Это давно известный факт. Ценители энергичного, мощного и масштабного звучания чаще выбирают американскую акустику. А если говорить непосредственно о производителях такой, то первым делом на ум приходит, разумеется, Polk Audio. И поскольку в этом году компания отмечает свой 45-й день рождения, да еще представила множество новых моделей, мы не могли пройти мимо и решили сделать обзорный видеоролик. Зародившись в Балтиморе, штат Мэриленд, компания со временем переехала в Калифорнию, где в наши дни занимает целое здание. Впрочем, тут находится только дизайн-студия и головной офис. Превращение эскизов в реальные изделия происходит по-прежнему в Балтиморе, в собственном техническом центре Polk Audio. Наш визит туда несколько лет назад оставил очень сильные впечатления. Компьютерное моделирование, изготовление прототипов любой сложности, в том числе с использованием 3D-печати, высококлассное измерительное оборудование, включая лазерную интерферометрию, огромная безэховая камера и специализированное помещение для прослушивания. У специалиста фирмы есть все, чтобы не просто воплотить любую задумку инженеров, но и отшлифовать шероховатости до запуска в производство. Что касается масштаба и статуса, то Polk Audio, на минуточку, один из крупнейших производителей акустики в мире. А на рынке родных Соединенных Штатов, а также Канады, Австралии и ряда других стран, и вовсе является лидером. За прошедшие 45 лет инженеры компании придумали немало оригинальных и очень эффективных технологий. Сегодня в копилке Polk Audio свыше 70 патентов. К ключевым разработкам можно отнести, в частности, систему PowerPort, позволяющую добиться первоклассной басовой отдачи за счет порта фазинвертора сложной формы, не допускающего возникновения турбулентности воздушного потока, а вместе с ней и аэродинамических шумов. Проще говоря, такой фазинвертор не захлебывается даже на высокой громкости. Другая интересная технология Polk Audio носит аббревиатуру SDA и в настоящее время применяется в фирменных саундбарах для создания виртуального окружения звуком. В ее основе — достижение психоакустики, позволившее устранить проникновение звуковой информации левого канала в правое ухо и наоборот. Эти перекрестные помехи, которые портят эффект объемного звучания, можно подавить с помощью сложных цифровых алгоритмов, учитывающих так называемую передаточную функцию головы слушателя. И это выгодно отличает модели Polk Audio от классических саундбаров многих других марок, где используются отдельные излучатели для формирования тоновых эффектов путем отражения от стен. Ведь обычная комната, как правило, несимметрична и заставлена предметами интерьера, поэтому крайне редко обеспечивает нужное качество отражений. В данном же случае создаваемое виртуальное окружающее звучание к акустическим свойствам помещения никак не привязано. Наконец, так называемый динамический баланс. Это одна из ключевых концепций, на которую опираются специалисты Polk Audio при проектировании динамиков. Она заключается в комплексном подборе материалов всех узлов излучателя и применении высокотехнологичных композитов конструкции диффузора для полного исключения паразитных резонансов. Современный каталог Polk Audio весьма обширен. В нем и традиционная корпусная акустика для стерео и кинотеатра, и встраиваемая, и ландшафтная. Есть также сабвуферы и разнообразные саундбары. Кстати, не все знают, но именно в Polk Audio первыми в мире создали и начали продавать саундбары, заложив фактически новый сегмент рынка. Другими важными направлениями являются портативное аудио, включая компактные колонки и наушники, а также акустика для автомобилей. А вот электронной аппаратуры нет, потому что компания изначально специализируется на спикерах в той или иной форме, и пока менять свое амплуа не намерена.